Миссюра Андрей Николаев спиннинг. Ну, Витю все знают. Говори! А ты на видео, я фотографироваться готов. Кирилл! Так, а он что-то уже ушел. Секретное вам не приманку показать. Так а что ты на фото готовишься? Реснички подкрасил? Понятно, вот так вот мы едем на соревнования рыбальских игр. Я же умею делать вон эту красивую улыбку. Все загружено. Загрузили полностью автобус. Да? По самое не хочу. И сами загрузили. Ну что, поймаем рыбку? Золотую. Поймаю одну, но увезу 50 тысяч на процент. А мы тут попали на шоу. Мы едем на рыбалку. Не знаю, как остальные, но я уже ложусь спать. А вот. Уже едем 40 часов, хотя вся рыбалка будет 4. Это все ради того, чтобы просто 4 часа посидеть на берегу. Для галочки. Посмотреть на авторитетных рыбалков. Для верочки. Не. Как настроение, мужики? О, надо сразу. Если честно, я планировал отмазываться на второй, на третий день. Но потом, как сказали, мы что едем? Набирают еще три команды. Да, мы едем. Разницы нету. Респект нашим водителям. Водители, покажите себя. Да подождите, по очереди. Вот так. Молодцы. Они же не могут смотреть в другую сторону. Привет, друзья. Ну, невзирая на все препятствия и бешеные украинские дороги, мы доехали до Украинки. 4 часа ночи. Комната. Коля сейчас покажет обзор комнаты. Я нету. Холодно довольно-таки. Но я надеюсь, что мы сейчас согреемся. Правда, мне достался сектор 1, Коля сектор 7. Чуть подремаем, часика 2, и будем готовиться к рыбалке. Да, на, тяжело. Коленька, давай. Мой сектор. Холодно. Коля, 7 номером. Даже отопления нет, в принципе. Ну, Коля ничего, Коля получается посредине, 7 сектором. Что у меня есть. Да. Супер. Это самое. Ага, супер согрел, да. Есть, да. А я так получается, если это сектор 1, если в моем понятии, то это на самом течении. Да. Ну что, будем смотреть. Ложимся мы. Я, в принципе, по центру. Подремать, да. Все, сейчас будем спать, да. Давайте. Ну, пока. Я и трактор, да. Трактор поймал ву, а я ву. Я навалил немерено рыбу. Значит, рассказываю. Два бычка, 107 граммов, судачок вот такой вот, грамм 30 или 20. И окунчик вообще, вот такой вот тоже, грамм 20. Это монстр. Монстр, да. Ну что, ну десятка полтора плотвы, одна густырка и такая плотвица хорошая, 198 грамм. Ну а сложно тебе было ловить? Да нет, ну какой там сложный. Нет, мы сейчас посчитаем. Удовольствие одно. По интеру покажем. Я споймал судака на кило, щуку на кило. Я же не мне надеюсь. Жалко было травмировать всех спортсменов, я их выпустил. Молодец. Я же. 22 рыбы, 190 грамм. При подсчете средний вес рыбы 8,6 грамм. Мужик. Просто красавчик. У меня много было срывов и обрывов. И вообще я старался, блин. Я все честно говорю. Я тоже.
пафосном мероприятии этого года. Это банкет от магазина «Флагман» после соревнований, на которых мы заняли 12 место среди 18 команд город Николаев! И тут Остапа понесли. Вернее, Кирилл. Ну да. Просрали мы троечку. А вот ничего просрали. Мы не просрали. А мы очень а засланный казачок с Херсона приехал и потянул Николаев назад. А мы сейчас этого Херсона отправим в казачка. Тоже та же подача. Мы себя покажем в кузнечном деле. А там третьим они недовольны, видите. Между прочим, мы отлично выступили, ребята. Кто? Хватит сопли пускать. Да, последнее место не наше. И даже предпоследнее место тоже не наше. А что самое интересное? Предпоследнее тоже не наше! А чемпионы не заняли первое место. О, десятку вошли. Я думаю, что опустил их кто? 8, 6, да, 7, да, 7, да. 7. Да, да, да. Опустил их Николаев с Херсоном. А если бы мы пили меньше, мы бы поймали больше. То они бы первое место не заняли никогда. Вообще бы надо было пить так, чтобы никто не занял никакого места. Дело в том, что наши водители бы не выдержали. Саш, я здесь, Ля Шане. Я здесь даже высоте. Какое ваша команда заняла место? Команда заняла четвертое место. Самое позорное. Давайте поздравим. Я считаю, вот этот синдром 2-4 места, это самое издевательство над рыбаком-человеком. Не, лучше третье, чем второе. Лучше 12 место. Ну, первое замечательное. Если третье или второе выбирать, то лучше третье, как по мне, чем второе. Ну, дальше скажи. 12-е, я же Лёшу пообещал наберу. Саша, ну мы тебя записываем. Не, подожди, Лёша у меня отличник. Это получается, Саня второе я занял. Ну, расскажи, как ты бодался сегодня? Мне реально сегодня попался. Не второе? Ну не сектор, а просто, ну, даже просто воды не было. Какая-то жопа. Мне пришлось ловить в цементе. Алло. Да нет, если бы я... Ну, если вы четвертое заняли, то ты в десятке должен быть. Сережа, подожди, что ты ловил, Яша? Я ловил офигенно крупную рыбу, размером где-то 2-3 сантиметра. Сколько? 22 штуки. 22 штуки. Общий вес 190 грамм. Мы считали на калькуляторе, это получилось 8,3 грамма рыба. Да, вообще было такое. Не рыба. Поплавок 0,3 грамма. Поводу. И ты его вил на какую длину удилища у тебя было? На все 13. То есть 13 метров удилища? Ну ты был самый крут сегодня, да? Кирилл, да, самолеты боялись поймать щуку на 3 всех ставить. Кирилл. Да, мы не заняли первое место, не заняли второе, не заняли третье. Какая команда? Но наше место 12-е, и это место самое борцовское. Мы боролись за нашу победу, мы всем хотели доказать. Мы ловили на граммы, на сантиметры, слушай, на миллиметры. Ты рассказываешь, как ты выиграл, а я оправдываю. У нас не было прикормки, не было мотыля, но мы смогли показать себя и заняли борцовское 12 место. Мы боролись за среднюю середину. Дайте я к вам присоединюсь. Thank you.
И Херсон! У нас совместная команда. Вы что, домой едете, да? Наконец-то я вижу вот такого, да, а то вечно, как приезжает херсонская команда футбол, так начинаются какие-то там распи. А вот здесь вот полное. Ну давай, все, едем. Было мое время. Да, четвертая команда, это довольно-таки неплохо. Серьезная заявка на следующую. Нет, нормально, в четверочку не вот. А что, ребята, главное, мы чемпиона ребята, Киев, оставили. Львив. Нет. Вы, а, как там, нас, а как нас провожали? Тепло, а? О, провожали, да. Николаев, Лев. А что, не зачете, не поздравляли? А мы сейчас вернемся еще. А я хотел, чтобы Саню было наградили. Было два индивидуальных принципа. Мы прям Саню наградили, блин. Саня еще один, что ли? Не, ну ты еще второй. Давайте не забывать, что спиннингист довольно-таки хорошо выступил. И он Саня тоже. Это лидер. Это лидер явный, то есть фаворит. Кто? Кто? Не надо скромничать. Забудьте за свою мобилку. Надо просто человеку. Ну что, вам понравилось, мужики? Мой рыбачок. Пожать. Все замечательно. Ждем следующего года. Лично я жду. Давай. Все, будем ждать. Все, давайте. Пока. Я что, ты уже уезжаешь? В том же составе следующий год. Разрешите представиться, тварь. Яш. Самое главное. Ну, скажи. Вот так. А теперь пока. Пока!